солнце практически зашло. Сейчас вечер, 17 часов 30 минут, и я вам покажу вечернюю панорамку моря и вид на остров Тиран. Так, уже сейчас прилив, потому что песчаного островка вот здесь не видно, который я вам показывал. Уже все, понтон плавает и хорошо качает. Качка небольшая есть. Сейчас я покажу вам. Ну, он уже, конечно, темный пляж, солнце с той стороны у нас запад. Ну, вот такая вот картинка. Завтра постараюсь поймать закат солнца. Вот он, Тиран. Вот он, танкер. Освещенность сейчас такая прекрасная, вечерняя. Хорошо все смотрится. Завтра я буду снорклить с левой стороны от пирса, вот там, с левой стороны. Сегодня я снорклил вот здесь, с правой стороны, вам тоже покажу. Ну что интересно, интересно то, что течение довольно-таки сильное. Вот оттуда, вот в сторону барона, сильное течение, надо постоянно следить, что тебя сносит. Вот он подошел. Время 17 часов. Уже попахивает ужином. Через полчаса ужин в столовой. Фу, в столовой, в ресторане. Тут ребята еще сражаются в волейбол. Сейчас я вам показываю аллею от пляжа к ресторану. Вечернее время. Потом вам покажу Infinity бассейн. Вот здесь вот наверху. Очень удобно, очень симпатично.
Ну, здесь, кстати, тоже с видом на бассейн номера. То есть выход из номера прямо в бассейн. Можешь плавать сколько тебе хочется. Вот она, плюмерия опять цветет. Вот она. Такой запах стоит, невозможно. Плюмерия. И вот здесь возле бассейна сплошная аллея из плюмерии. Обратите внимание. Это все плюмерия. Это номера с выходом к бассейну. Все посетители уже покинули бассейн. Вот такая красота. Сейчас я вам сниму. Вот этот бассейн Infinity. И вид от него. Вот он, бассейн Infinity. А сейчас я вам покажу направление на основной ресторан. Вот он, основной ресторан. То есть прямо из ресторана и бассейн Infinity, а также главный бассейн. Сейчас мы к нему подойдем. Сейчас хорошо, почему я вечером снимаю? Потому что уже никого нет. И не все любят, когда на них направлена камера. Поэтому я предпочитаю снимать так, чтобы народ не волновался. В этом удивительном отеле столько мест для загорания, столько мест для купания. Я имею в виду вот бассейны. Просто диву даешься. И, кстати говоря, народ в большинстве своем любит купаться в бассейне и загорать возле бассейна. Ну, это касается прежде всего америкосов, англичан, итальянцев. Я не знаю, чем это объяснить. Для меня, например, да и многих вот моих друзей, главное, конечно, это море. Бассейн есть бассейн. В бассейн ты можешь и у себя дома ходить и плавать. А вот море Красного нигде нет, кроме как на Красном море. И поэтому вот на море все лежаки, много лежаков свободных, никакой очереди с пирса в море нет, толкучки никакой нет. Все очень хорошо, все доступно. Вот второй бассейн, это главный бассейн. Он как раз находится напротив главного корпуса, и здесь находится по центру, будем говорить, эстрада. Здесь проводятся мероприятия увеселительные, всякие культурные. Это я знаю, но при мне еще таких мероприятий не было. То есть выступают какие-то артисты, а все, кто отдыхает в бассейне, могут, не выходя из воды, смотреть это действо. Интересно. Вот на заднем плане главное здание, здание ресепшена, баров.
Вот здесь такой лягушатник передо мной, вот он. Глубина 45 сантиметров для деток. Что интересно, я обратил внимание, если происходит какая-то сантехническая поломка, ну, связанная с водой, то в ночное время все устраняется, работают в любое время ночи. Но к утру уже все готово. Вот еще один бассейн. Пожалуйста, можно вручную мяч погонять, сетки стоят. А это главный бассейн с эстрадой, так скажем. Вот он, вход на эстрадный подиум. Аппаратура стоит, видите, вот. Вот видите, хлопья на воде. Это они какие-то средства антибактериальные высыпали. После ужина включат цветом музыку фонтана. Тоже покажу. В Сохо я снимал, вам показывал. Ну то, что я взял на ужин, сейчас я вам все это дело покажу. Угу. Взял устрицу,
тостовые штучки, картошечка фри, два кусочка курицы, дальше рыбка и два шарика сыра. Фрукты взял инжир, хурма, дыня, слива и виноград. И из сладостей взял три вот таких пирожных, они мне нравятся. Вот чем отличается прием пищи на ужин от завтрака и обеда? Тем, что появляются скатерти, появляются салфетки, появляется дресс-код. То есть требуют, чтобы приходили не в пляжной обуви, а для соответствующей вечерней трапезы. Я сижу в половине, в которой нет детей. В той половине там можно с детьми, а это считается как бы половина для взрослых. И в общем всем это нравится. Дети, они хорошо, но они носят какую-то нервозность, начинают орать, начинают бегать, начинают что-то там нервничать, начинают ругаться с родителями. Поэтому, конечно, они должны быть в отдельной, в отдельной зоне. Ну и так, приятного нам аппетита.